39-летнюю Наталью Бочкареву привыкли видеть в образе роковой брюнетки. Звезда сериала «Счастливы вместе» продемонстрировала свой новый имидж. Актриса побывала в салоне красоты и представила результат работы стилиста. Она решилась на бьюти-преображение. Теперь вместо истине-черных локонов голову Натальи украшают русые пряди. Бочкарева объяснила, что это связано не с ее личными предпочтениями, а с работой. Пошла на эксперимент ради съемок в сериале. «Что скажете? Идет или лучше все-таки брюнеткой?» – поинтересовалась артистка. Она поделилась серией снимков, на которых похвасталась своей новой прической. Наталье сделали лаконичную укладку, выпрямили локоны, выстриженные в форме каскада. Поклонникам понравились изменения во внешности своей любимицы. «Очень красиво, круто как. Помолодели прямо, как юная девушка», – прокомментировали они. Осенью прошлого года Наталья оказалась в центре громкого скандала с наркотиками. Телезвезду обвинили в незаконном хранении запрещенных веществ. Ролик с признанием Бочкаревой в наличии кокаина в трусах вызвал ажиотаж. Она отрицала причастность к преступлению, несмотря на очевидные факты. Бочкаревой грозило 3-летнее лишение свободы. Недавно стало известно, что звезда может избежать тюремного заключения. Следователи предложили ограничить наказание штрафом. Ранее фигурантку уголовного дела также лишили водительских прав. Наталья вернулась к работе и общественным делам. Актриса пожертвовала больным детям свои сережки.